Добрый день! Сегодня канал «Просто о бизнесе» расскажет вам об инновационном методе оприходования товара. Если вы привыкли к обычным приходным накладным табличного вида, не переживайте, они тоже есть, но это уже не так удобно по сравнению с новым механизмом оприходования. Новый механизм более наглядный. Каждую позицию в накладной можно посмотреть вместе с изображением товара. При добавлении в состав накладной новой позиции есть возможность сразу же изменить продажную цену, если закупочная цена стала дороже. Или если изменился курс валюты, который вы расплачиваетесь с поставщиком. Здесь же сразу на графике видна вся история изменения закупочной и продажной цены на данный товар. Под ним находится график изменения курса валют. По сути, вы приходуете товар и сразу все контролируете. Также контролируете объемы продаж данной продукции. Контролируете остатки товара по всем подразделениям. Интеллектуальная система сразу рассчитывает, на сколько дней бесперебойной работы вам хватит товара с учетом нынешнего поступления. Результат расчета показывается на датчике. Чем на меньшее количество дней хватит текущей продукции, тем на более тревожный цвет будет направлена стрелка датчика. Сейчас она показывает на небольшое количество дней, поэтому цвет красный. А, например, если товара хватит на целый месяц, цвет области под стрелкой будет спокойно зеленым. А как сейчас у вас проходит поступление товара? Подпишитесь на наш канал, чтобы в будущем узнать, насколько удобным в программе может быть оформление продаж. До новых встреч!